Всем, ребята, здравствуйте! С вами Компон. Сегодня я буду записывать на сервере Рилевуру. Конечно, простите за скин, потому что на моем аккаунте я, собственно, заблокировали чат на 4 часа. Ну ладно. Зато у меня есть подарочный аккаунт, который мне подарили на Новый год. Сейчас я нахожусь в своем кафе. Собственно, что тут у нас? У нас здесь столики, у нас здесь таблички, меню. Здесь у нас как заплатить и кофемашина. Ладно. Сейчас я закроюсь на всякий случай. Так, собственно, поздоровайтесь. Это Кирилл. Всем привет, всем привет. Его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь на него. Да, если что, сразу подписывайтесь на Компона и ставьте лайки. Это правильно. Ладно, здесь что тут у нас? У нас здесь растит картошка. Дальше растет у нас картошка, морковь, пшеница. И все то же самое, только уже вместе. И у нас здесь нарост. Сейчас тут делают зелье, ну, делают, то есть, кофе. Ну, там делают, собственно, всякие интересные штуки. Не знаю, может, там новый напиток уже делают. И, ну, все. Ребята, давайте позовем посетителей. Сейчас мы выйдем, чтобы заспавнить человека. И открылось кафе очень дешево. ТП ко мне. Давайте. Все. Если что, включу камеру, включу запись, как только ко мне кто-то подходит. Опа, ребята, ТП-хается какой-то чел. Давайте его ТП-хнем. Император. Вот наше меню. Так. Опа. Что будете? Так, 2 хлеба и мясо. Так, это у нас 400 с вас. Так, сейчас где тут этот? Секунду. Ай. Я сейчас ему дам кофе. Меня сейчас купят кофе за 3000. Так, все, он мне перевел. Вот, держите ваш кофе. Так, вот сюда слаживаем все. Так, мы слаживаем кофе. Вот здесь у нас лежит кофе. Все. Так, сколько, интересно, у нас за балансе? У нас за балансе 3699 долларов. И, собственно, мы начинаем по чуть-чуть зарабатывать. Собственно, будем еще звать людей, а то будем дальше, собственно, делать. Так. Ну что ж. Ждем. Так, что-то хотите? А, все, он ушел. О, что-то мне дали. Сейчас, минуточку, сейчас заберу. Чего? А, подождите. Давайте посмотрим, что там. Это мое... Так, ладно. Мне дали бонусом, собственно, чарочки. Ну, то есть, очень много всяких призов. Ему это огромное спасибо. И, кстати, он скоро придет. Собственно, давайте опять давайте будем опять приглашать людей. Заказывать у нас еду.
Еще раз. Открылось кафе. Очень дешево, так как и мне. Ладно, ребята, если вам понравилось такое видео, то, пожалуйста, поставьте лайки и подписки. И тогда я буду снимать это чаще. Ладно, всем удачи, всем пока!